В этом видео я покажу бесплатный плагин для Joomla, который позволяет автоматически обновлять страницу, выбранную вами страницу, через определенное количество секунд. Сейчас вы находитесь на странице разработчика, плагин бесплатный, как я уже сказал. Скачать его вы сможете только после обычной регистрации здесь на сайте. Плагин называется Page Refresh. Меня зовут Федор Васильев, и давайте посмотрим на этот плагин в действии. Ссылку, соответственно, я оставлю на своем сайте fedorvasiliev.com, прямую ссылку на скачивание данного плагина в статье. Я перехожу в админку своего тестового сайта, устанавливаю плагин как обычно. Установка плагина успешно завершена, переходим в плагины. Чтобы быстро найти плагин в поле поиска, можете написать название плагина или кликнуть по ID, кликнуть еще раз, тогда отсортируются плагины и наверху покажутся недавние установки. То есть вот он на самом верху, включаем данный плагин и смотрим, как он работает в действии. Плагин имеет всего две опции. Первая опция, вы задаете количество секунд, через которые определенная выбранная вами страница будет просто обновляться. Давайте, чтобы просто увидеть, я поставлю 5 секунд, чтобы долго не ждать. И ниже вы выбираете те пункты меню страницы Joomla, там, где страница будет обновляться каждые 5 секунд и до бесконечности. Давайте проверим на странице главная и, например, странице входа. Все, сохраняем, плагин включен. И просто проверяем. Перехожу на страницу Home, смотрим сюда, через 5 секунд. Вот, показался крестик, а потом показывается вот эта иконочка, значит, плагин работает и страница обновилась. Вот сейчас было еще раз. Также на вход перехожу, отсчитываем 5 секунд. Смотрим, страница обновилась. Все, страница обновляется. Получился небольшой такой короткий урок. Не знаю, насколько плагин будет полезен для вас. Мне показался он интересным. Я продолжаю для вас, для моих зрителей и клиентов, искать интересные плагины для Joomla, для обзора. Честно говоря, я пока не могу представить, где он будет полезен, данный плагин, в применении на каком-то сайте. А мне интересно ваше мнение. Напишите в комментариях, где вы видите данный плагин полезным, то есть где его можно применить. А на этом я видео заканчиваю. Увидимся с вами в следующих видео. We'll be right back.